Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я очень часто говорю, что лучше вкладывать в ценные бумаги, в различные инвестиционные фонды, и часто слышу возражение, что нет, недвижимость – это лучшее вложение. Так ли это? Это далеко не всегда так. Давайте посмотрим. Вот в прошлом видео, сейчас вы видите на него ссылку, я рассказывал о структурной ноте, которую я открыл. И эта структурная нота дает купонный доход из расчета 10,6% годовых в валюте. Либо, ну, или 2,65% ежеквартально от суммы вклада. При этом сумма вклада минимальная $10,000. Вот, ну, можно, она не ограничена вообще ничем. Итак, давайте сравним доходность от недвижимости и доходность вот от этой структурной ноты. Для сравнения возьмем обычную, скажем, московскую квартиру. Московская квартира, предположим, что она стоит, ну, примерно 6 300 000 рублей. Это $100,000. Ну, если вы найдете дешевле, то, значит, наверное, вот, сказать, можно скорректировать. Вот. То есть $100,000 – это круглое число и примерно соответствует стоимости московской квартиры. Итак, вы купили московскую квартиру за 6 300 000 рублей. За $100,000. И второй вариант – вы те же самые $100,000 вы продали свою квартиру, например, эту же, да, не стали покупать, а или она у вас была, вы ее продали, вложили в структурную ноту. Что получается? Смотрим, $100,000, 10,6% годовых, нетрудно посчитать, дают $10,600 в год. Четырьмя платежами раз в квартал. $10,600 в год делим на 12 месяцев. Получаем, я посчитал, получаем $883.33 в месяц. $883.33 в месяц. И умножаем это в долларах. Умножаем это на текущий курс. Текущий курс 63 рубля за доллар. Приблизительно. Я умножил. Вы легко можете проверить все эти расчеты. И получил 55 650 рублей в месяц. Абсолютно пассивного дохода. То есть мы просто вложили в структурную ноту, это валютный инструмент, и получаем 55 650 рублей в месяц. Такую же стоимость, сколько стоит квартира. А теперь у меня к вам вопрос. Сможете ли вы, имея квартиру за 6 300 000 рублей, получать 55 650 рублей в месяц постоянно? Я совсем в этом не уверен. Те, кто не имеют квартиры, говорят, нет, квартира все-таки это лучшая инвестиция, и, ну, они просто не имеют квартиры. А те, кто имеют квартиры, почему-то они не такие радостные, не такие оптимистичные. Они говорят, ну, там 20-25 тысяч рублей в месяц, и, ну, как бы есть периоды простоя и так далее, их надо высчитывать, и есть ремонт. Вы скажете, что ценные бумаги – это ненадежно? Недвижимость – это вот она, надежно? Но, ребята, арендаторы могут испортить недвижимость. Протечки всякие. Протекло соседей сверху. Требуется ремонт. Ремонт по-любому требуется. Я разговаривал с одним мужчиной, вот как-то у него есть квартира, которую он сдает. Она стоит, ну, там, 5 800 000, он сказал где-то, вот, сдает там 24, что ли, тысячи рублей в месяц, и говорит, что это, в общем-то, копейки, и что ремонт, который он истратил на эту квартиру, примерно за полгода арендной платы. То есть это очень скромный ремонт, насколько я понимаю, и все. И он был не особенно радостный. Вы скажете, квартиру можно всегда продать, но ноту тоже всегда можно закрыть. Вы скажете, что нота – это ненадежно, что она может накрыться в любой момент, и компания исчезнет
с вашими деньгами, но когда вы покупаете квартиру, вы покупаете ее через риэлтора, которые тоже регулярно исчезают, вот, с вашими деньгами. Это во-первых. А во-вторых, кто является эмитентом ноты? Компания Natixis, страховая компания, зарегистрирована в Люксембурге. Гарантом по этой ноте является инвестиционная компания Natixis, крупнейшая инвестиционная компания. Ну, в данный момент во Франции, Natixis это французская, в Париже зарегистрирована. Работают тысячи человек в этой компании, это финансовая корпорация. Там есть рейтинги, высшие рейтинги надежности. И давайте по рейтингу надежности поставим вашу квартиру. У Собянина рейтинг надежности ниже. У Путина рейтинг надежности ниже. Понимаете? Отберут в любой момент. То же самое. Я не говорю про риски пожара. Я говорил про риски, которые несет в себе вот эта структурная нота. Они есть, что акции тех компаний, которые опираются, ну, базовый актив, могут упасть ниже 55%, то есть наполовину от того, что они стоят на момент открытия. Ну, это примерно то же самое, что, скажем, я даже не могу сравнивать, там Роснефть, например, да, или Газпром, он упадет, если в цене, если Путин уйдет. Здесь нет. Здесь нет таких рисков. Я не знаю, что должно случиться. Там нет такой зависимости, как у нас. Это, во-первых. А во-вторых, это международные инвестиции. Они давно применяются. И они работают. Туда вкладывают люди. Это инвестиционные компании. И как вы думаете, почему за рубежом люди живут намного лучше, чем у нас? Потому что они живут во многом за счет инвестиций. Это не голословно. Я общался с этими людьми лично. Я вполне нормально разговариваю на английском языке, на немецком языке. И меня просто это интересует. Я спрашиваю. Они мне отвечают. Да, у нас вложения в ценные бумаги. У всех. У вас есть вложения в ценные бумаги. Друзья мои, за этим будущее. Я считаю, что я абсолютно убежден, что это надо делать. Я не говорю, не хочу отговаривать вас от недвижимости. Возможно. И более того, я уверен, что с недвижимостью тоже есть определенные схемы, когда это работает. Но это уже не инвестиция и не пассивный доход. Это активный доход. Например, там, ну, квартира на сутки, так сказать, там, на час сдавать. И так далее. Это огромный геморрой, да, там, конечно, доходность выше. Превратить квартиру в хостел, если вы в этом разбираетесь. Если вы знаете, где брать клиентов постоянно, это может быть окупаемо. Но, во-первых, я предлагаю вам оценить все риски. А во-вторых, смотрите, квартира стоит, ну, вот эти вот 6 миллионов, 5 миллионов. Здесь минимальная сумма 10 тысяч долларов. Что такое 10 тысяч долларов? Это всего-то 600 тысяч рублей, в 10 раз ниже. Минимальная сумма, то есть минимальный порог входа вот для этой инвестиции, о которой я говорю, 10 тысяч долларов или 600 тысяч рублей, даже меньше миллиона, в 6 раз меньше. То есть я, если у вас нет квартиры, например, да, денег на квартиру, не брать же в кредит, друзья мои. Лучше вложить в структурную ноту. Но для структурной ноты понятно, что нужно быть квалифицированным инвестором. Есть структурные продукты, которые дают тоже так приблизительно 12-14%. Правда, в рублях. Есть модельный портфель, который дает вот по оценкам 20-30% годовых давал по результатам. То есть там нельзя гарантировать, нельзя вот ничего заранее гарантировать. В структурных нотах гарантируется, в структурных нотах гарантируется получение купонного дохода при соблюдении определенных условий. Там эффект памяти и все, я об этом рассказывал. Структурные продукты с защитой капитала гарантируется 100% возврат вложенных средств, если, ну, худший вариант. И
наконец, модельный портфель, там ничего не гарантируется, но зато доходность, как правило, выше. Друзья мои, инвестированием надо заниматься в ценные бумаги. Я в этом абсолютно убежден и призываю вас к этому. Ну, а как начать это делать? Для этого надо просто, ну, начать с того, чтобы открыть брокерский счет. Открыть брокерский счет можно элементарно. Вы видите ссылку dimitkovyur.com. Там просто нажать на кнопочку «Модельный портфель», зарегистрироваться, вы получите плейлист, где подробнейшим образом я объясню, как открыть модельный портфель, как открыть брокерский счет, как его пополнить и так далее. Вот. Если вы хотите торговать самостоятельно ценными бумагами, облигациями, то, соответственно, вам придется установить биржевой терминал, как его настроить и так далее. Это достаточно сложный уже процесс. Если вы вот просто хотите глубже, то там есть платный курс. Он стоит всего 2000 рублей в записи, вообще копейки. Люди, которые его прошли, говорят, что это сказочно дешево, и я, наверное, буду повышать цену. Пока 2000 рублей в записи. Живой я буду проводить в сентябре ориентировочно, сейчас я хочу отдохнуть. Я объявлял, что в июле цена будет 2500 рублей, июль прошел, август 3500 рублей, то есть по предварительным как бы заявкам, соответственно, и потом все вместе будем становиться инвесторами. До встречи, друзья. С вами был Демитков Юрий. Надеюсь, что до встречи, до следующей.